Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала, с похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Abstergo Industries. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении – правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталась главная – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели, а с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место, а с ним знание Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя – Дезмонд Майлс. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем. тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Думаю, мы здесь. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в Анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке. Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего. Понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку Анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Пробегись через полосу препятствий. Это условие. Дополнительные задания. Ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд, следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Уровень синхронизации в ноль. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Порядке, сэр? Да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. он нет, мол, только молоко. Если остальные пиво не получат, то и я не. Смешно, а? Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Честно говоря, половина всех порошков ничего не делает. Тут что меня... Извините. Здравствуйте, Хейтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой и сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. So, Black Maul at Sickwood of Trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring. Меня сейчас наизнанку вывернет. Прошу прощения. Простите. Извините. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transport. Betty, I've brought more goods into our lot here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, leave her 12 months longer. I love to let women escape. A sportsman always thinks the end of our prisoner's life, because the breed of the gang depends on it. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. It was to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Belch, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. So, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon. And she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gagg, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what I would come to if he did not bend his hand. This is death without reprieve. I made mention of booking. For Tom Gagg, £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. If I can get more of my own staying in. Betty, I've brought more goods into our lot here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, leave her 12 months longer. Right. When the stars of our money. У меня поджилки трясутся. А ты хлебни мне храбрости, да и все. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. Если пирог с требухой, Хейтем. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Спокойно. Вот он, хватай его. Я тут ни при чем. Ищите его. Ничего нет. Нужно искать дальше. Он точно где-то здесь. Да что случилось? Человека убили где-то на верхних балконах. Боже. Прошу прощения. Не толкайтесь. Она не знает, кто это. Прошу, пропустите. Там человека убили. Вы уверены? Попробуйте. Спокойно, опасности нет. Тихо, только без паники. Это было на том балконе. Что там делают эти люди? Прочь, спокойно, прочь! Опасности нет. Что? Глупец. Куда вы идете? Я поищу здесь, а ты внизу. А найдешь кого-нибудь, кричи. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит-энд-Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знания, или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам. Успея не раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения. Если б я мог рассчитать точнее... Ничего. Для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Мне не помешает пройтись.